Дорогие мои друзья, у нас в Анапе сегодня дождик, град срывался. Очень печальная ситуация. При этом дует 12 метров ветер с моря. Жалко, я сегодня не смог поехать на море, покататься на кайте. Ребята откатали, говорят, попали под дождь и под град. И было довольно-таки интересно. Сегодня я хочу вместе с вами побывать в доме, который строится для Максима. Это наш бог машин, который готовит их на передовую для наших солдат. Но сначала мы сходим даже в такую погоду вместе с вами на море. Сейчас очень многих хейтеров разрывает просто от того, что у меня на канале идет какой-то бешеный прирост подписчиков. Объявляют, что я накручиваю подписчики. Нахрена мне накручивать подписчики на ресурсе, который меня 100% забанит. Гондурасы, почему вы так по этому поводу переживаете, что думали, там несколько человек там возьмут, отпишутся и все, у меня там прям падение. А тут бац, за 6 дней плюс 8000 подписчиков. Это большой результат, честно, для зимы, для курортного города. Просто тематика немножко поменялась на канале, поэтому приросты пошли. Я не удивлюсь, если канал наберет там много подписчиков. Ну, короче, это вообще не суть. Его пускай банят, забываем. У нас есть ВКонтакте Юрий Озоровский. Подписывайтесь на мою группу, на личную страничку. Также Яндекс.Дзен, а также мы есть в телеграм-канале Море Ост, дорогие друзья. И будем вместе с вами развиваться в этих направлениях. Тем более, за сегодняшний день огромное количество информации в нашем телеграме, ВКонтакте вышел благодаря нашим подписчикам, которые везде по Анапе ходят, все снимают и все вам показывают. Мы, кстати, проезжаем в отчину наших пока еще живущих у нас беженцев. Это Фея 3. Ну, вот смотрите, какие лужи. Жух. Также у нас продолжают люди в некоторых домах Анапы замерзать. Будем надеяться, что все-таки удастся решить эту проблему. Хотелось бы, по крайней мере. Мы подъезжаем в Джиматек к гостевому проезду. Здесь у нас красный свет светофора. Гуляют люди туда-сюда, потому что их еще здесь довольно-таки много. Хотя говорят, что постепенно становится вроде бы как меньше. Покупают квартиры и разъезжаются по городам России. Не только в Анапе или в ближайших городах они останавливаются. Действительно, по всей России. Единственное, чего хотелось бы это сказать вот прямо, нам украинские правила здесь не нужны. У нас здесь Россия, свои законы. Те, кто к нам приезжают, как говорится, со своим уставом, идите нахрен обратно. Мы хотим жить по тем порядкам, в которых мы были. Будем рады тем людям, которые эти порядки примут, обнимем, поцелуем, к сердцу пригреем и поможем. От души это говорю. Да, и машин у нас здесь довольно-таки большое количество в Анапе. Видите, как деревья ветром повалило. Это все ураганы, которые у нас происходили. Но южный ветер будет меняться, крутиться. В ближайшие дни у нас в Анапе будет постоянно ветрено. То север, то запад, то северо-запад, то юг, то юго-запад. Это на самом деле неприятно, потому что непонятно, откуда ветер дует. Если, допустим, дул холодный норд-ост, то было понятно, вот оттуда 3 дня задувает. Сейчас же все будет меняться. Хотелось бы, конечно, еще солнышко, но его, к сожалению, нет. Въезжаем на GMT. Сегодня я вам предлагаю посмотреть первый проезд, ну как посмотреть, так на машине проехать, глянуть по сторонам. Это, собственно, ну, самое важное, что и должно, в принципе, происходить. Здесь у нас людей не очень видно, снежок еще остался. Заезжать будем с района Феи 2, уральский проезд, чтобы, как говорится, не нарушать знаки и посмотреть как можно больше интересного. Здесь у нас Феи 2, для тех, кто не знает, тоже проживают беженцы, просто об этом месте говорится гораздо меньше. Люди с магазинов, с водичкой идут. Честно, всю жизнь пьюсь под краном воду, не понимаю, зачем у нас. Вот есть, конечно, районы, где со скважин берется вода, но в основном везде водичка вполне себе хорошая, водопровод, особенно Витязева, хвалю. И, ну, вот уже дожил до 36 годиков. Вот она, вход в Феи 2. И здесь мы видим, что стоит один мужчина на входе. Собственно, на этом все. Поворачиваем на улицу Виноградную. Здесь у нас пока все сухо, все отлично. Подкоплений никаких нету. Как говорится, все хорошо, и пускай так и будет. И подъезжаем ближе к улице Морской. Вот так вот улица Морская сейчас выглядит. Метет там песочек, порывы ветра довольно-таки сильные. Ждет своих гостей. Вход через уральские самоцветы сейчас закрыт, и там идет какое-то еще строительство. Давайте проедем по улице Виноградной, потому что здесь отдыхает тоже огромное количество моих подписчиков. Допустим, вот этот отель у меня есть на обзоре. Если кто смотрит на канале, выбирает места, можете напрямую звонить туда. Раньше там даже скидочку предоставляли, сейчас не знаю. Наверное, уже не работает. На тот момент прям хорошо люди сэкономили, было классно. Вот, как говорится, Юра заработал, и подписчики приехали довольны, отдохнули. Это очень хорошо. А все будет
больше заявок, кстати, по рекламе на этот сезон. Так что, друзья, если вы еще не определились и хотите визуально видеть, где хотите отдыхать, то подождите немножко, я вам новые объекты поснимаю. Хотя и старых на канале, в принципе, предостаточно, которые можно воспользоваться с номерами напрямую. Смотрите плейлист на канале, который называется «Отели Анапа Витязь Ваджимате». А это улица, первый проезд у нас. Сейчас она выглядит вот так вот, безлюдно абсолютно. Где все сбежали, непонятно. О, обратную сторону вам покажу. Сейчас поехали к молюшку. Снежок здесь был. С левой стороны можно увидеть, что ее, походу, откуда-то выносили сюда, скидывали. Прям целый сугроб. Здесь у нас направо тупиковый проезд. О, сухо. Дождик не сильный. Идет такой грибной. Будем надеяться, что так оно все останется. Здесь прям прикольно, да? Я на своей машине мог бы вообще выехать туда по прямой, но делать этого не буду, так как уважаю море. Сильнейший ветрыган задувает нам, друзья. Ух, Арктика, это Анапа. При этом у нас плюс 5 температура воздуха. И аромат офигенный, просто аромат морюшка. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты выходишь на морской берег, и вот такой тебе прям в нос бьет нереально вкусный запах. Ну, не запах, все-таки правильно говорить, аромат моря, потому что он действительно вкусный. Здравствуй, морюшка, привет чайкам, которые здесь ждут рыбку, выброшенную волнами. Вот такая красота. Волны раскачиваются, видите, доходят все ближе и ближе непосредственно к берегу. Ну, давайте подойдем поближе к морюшку. Тепло, честно, тепло, прям если бы не дождь и ветер, можно было вообще комфортно прогуливаться. Сегодня в телегу выкладывали видео от моих друзей-кайтеров, которые как раз таки и снимали этот момент, когда не было еще дождя, и люди, говоря, даже голышом бегали по пляжу. Так что посмотрите внимательно об этом в телеграме. Чаек напугали, чайки взлетают, видите, какой ветер по птицам, они даже не двигаются с места. Фантастическая красота. Ну и, конечно же, море, шум его, друзья, для вас. В конце видео будет, как всегда. Привет тебе, морюшка, любимая, красивая, классная, прекрасная. Спасибо, что ты нас встречаешь всегда своими объятиями. О, представьте, как оно ждет, когда вы к нему все приедете, будете вместе с ним купаться и наслаждаться. Да, снимать сегодня на улице, конечно, не совсем комфортно, как хотелось бы. Но такая погода тоже мужская, сильная, классная. Только поднимает настроение и приносит самые великолепные впечатления. Ух, Анапа, море, сила, стихи, шторм опасный. Но я еще раз говорю, я бы сегодня в нем купался, если бы, ну, не пообещал, что посижу с ребенком, пока Маша ходила там по своим делам. Потому что, ну, фантастика. Такие волны покорять море. Но не повторять, не делать то же самое, что делаю я. Я к этому готовился очень долго, а сейчас я еще толстый и сам боюсь. Да, по традиции, текут слезы от этого ветра, но получил бешеное удовольствие. Фантастика. Ладно, едем до Максима, он уже заждался. Максим, прости, что заехал на море, просто, ну, любят мои подписчики его, и ты тоже. Ну и, как я обещал, с улицы Виноградной мы с вами просмотрим, как выглядит первый проезд до конца. Тут еще пока никто не готовится к туристам, ну, в плане того, что на улице ничего не выставляется, так как еще все-таки, ну, месяца два будет здесь все спать, а потом все проснется и будет вас, дорогие мои друзья, встречать. Видите, какой-то ремонтик тут произошел. Это улица Песчаная, смотрим на правую сторону. Это улица Песчаная, смотрим на левую сторону. Пишите в комментариях, если вы здесь отдыхали. Мне будет, конечно же, интересно услышать ваши отзывы, друзья. Если где-то были, то где конкретно, где что ели, вкусно пили, давайте советы. Не стесняйтесь, если вы даже об этом где-то уже писали, то сейчас нам на канал зашло уже очень много новых людей, для которых Анапа открывается в новом свете, который вот даже по поводу... Ох, кстати, смотрите, я вам говорю, что мало людей. Здесь сейчас на перекрестке появилось довольно-таки много. Вот там возле магазина стоят. То есть, в основном это все беженцы. Местных жителей здесь не так уж и много. Новых людей появилось, которые смотрят канал, говорят, о, Кипарисовое озеро, не слышал даже о таком. То есть это прям интересно получать такие отзывы.
Так что, друзья, делитесь информацией. А люди, которые замерзают сегодня в Анапе, жалуются непосредственно на коммунальщик. По улице Тургенева, дом 250, 5-й подъезд. Нет отопления, люди тоже мерзнут четвертый день. А эти нехорошие люди ничего не делают. Пришли, посмотрели, ушли, а потом по телефону сообщают, что воздух стравили и так далее. Ну, ребят, ну, надо как-то более ответственно к своим подопечным относиться. Ведь мы хотим жить, платим все исправно за свои квартиры. Кто не платите, тех отключайте вообще. То есть, ну, при чем тут вообще? Как говорится, остальные люди, которые заплатили, хотят получить коммунальные услуги в полном объеме и в хорошем исполнении. У меня машина начала переживать какую-то прям беду. Вот видите, здесь меня тиранули, вот здесь чуть тиранули. Сейчас я приехал, Максим мне показывает, смотри, тебя еще раз долбанули. Слушайте, ну откуда у нас столько гондурасов в городе курорте Анапа? То есть, ну, тиранулся ты, скажи, остановись, там номер у меня вон там написан всегда. То есть, блин, я прям начинаю улыбаться от того, какие люди вокруг гондурасы. Бывает такое. Максим, здравствуй. Всем привет. Че, поехали в твой домик смотреть? В общем, что-то все, вообще расстраиваюсь, конечно, по поводу того момента. Кстати, мы по Анапской едем, что там, коцунку поставили. Ну, блин, с другой стороны, ладно. Максим говорит, что все решаемо, сделаем. Юрий, найди кусочек краски, говорится. Подскажите, кстати, может, где в Анапе подбирать хорошо. У нас, я, насколько помню, знаете, где брал? В Анапской, здесь с левой стороны, там, не помню, не буду врать, как называется, но там подборочку делали уже лет 8 назад, наверное, там что-то какое-то крыло покрасил на какой-то машине. Даже не могу вспомнить, что это было так. Придумываю, называется, на ходу, но... До следующего видео не прощаемся. Не забывайте, вы капитальные красавцы, особенно все те, кто поддерживает наших солдат. От души вас за это благодарю. Донатики потихонечку приходят, как раз таки 23 февраля потихоньку отправимся. Вот буквально сегодня мне звонит девушка, говорит, мы там с церкви собрали порядка 20 тысяч, что-то там, давайте, может, 23 февраля купим солдатам. Ну, я Амазас подал номер телефона, пускай поговорят, там что-то может быть более нужное, важное. Очень приятно, что вот люди объединяются. Спасибо каждому человеку неравнодушному. В основном жалко, что неравнодушные люди в возрасте, которые еще помнят Великую Отечественную войну, как минимум от рассказов своих родных, которые ее пережили. Поэтому на первом месте идут по помощи нашим военнослужащим. А хотелось бы, чтобы молодежь подключалась. Не хочется вас терять, ребятки, чтобы вы остались теми гондурасами, которые, ну, просто в стороне стоят, говорят, что это не моя тема и так далее и тому подобное. Вместе мы сила, от души обнял, поцеловал, к сердцу прижал каждого из вас. Привет вам, Черноморский. С вами был Юрий Заровский.